Ровно посередине между шумной зоной Мясиной горы и центром Звенигорода находится тихое прогулочное место – березовая роща на берегу реки. Здесь, под открытым небом, открылась галерея. Участвуют местные художники звенигородские, не только художники, поскольку здесь видно, что есть одежда, керамисты. Пространство арт-объекта дает возможность посмотреть на работы мастеров, поделиться опытом или просто провести время на свежем воздухе. Выставка проходит каждое воскресенье до 10 сентября. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».